Для австралийского аборигена Гэвина, как и для многих, очень важна красивая улыбка. Поэтому вот уже 10 лет он постоянный пациент стоматологической клиники в городке Делби. Именно столько она работает. И самое главное, все услуги бесплатны. Я советую знакомым приходить сюда, потому что здесь работают хорошие люди, которые хотят нам помочь. Коренным жителям услуги стоматолога, как правило, не по карману. В маленьких городах и сельской местности доходы невелики. Бесплатная клиника – большое подспорье. Это помогает людям. Некоторые, как я говорил, просто не могут позволить себе лечение. А у нас в городе это есть, и это здорово. Впрочем, выгода здесь обоюдная. В клинике под наблюдением опытного врача работают студенты, которые учатся на стоматологов. Они помогают пациентам и в то же время приобретают ценный опыт. Кроме того, лучше понимают трудности коренного населения Австралии. Многие пациенты приезжают издалека. Они едут 2, а то и 3 часа, чтобы попасть к нам. Думаю, так мы немного лучше понимаем, что происходит в Австралии в целом. Не только в больших городах, но и в таком маленьком городе, как Делби. Недавно Квинслендский университет провел исследование и выяснил, какой результат принесла работа бесплатной клиники. Стало намного меньше случаев, когда пациентам требуется экстренно удалить зуб, меньше случаев, когда нужно протезирование. Сейчас студенты в основном оказывают профилактические услуги. Еще одну подобную клинику планируют открыть в сельской местности в Квинсленде.